Лечебно-диагностический центр естественного оздоровления «Доктор Озон» на Дорожной 57 уже год занимается оздоровлением нефтекамцев. Здесь ведут прием неврологи, терапевты, детские неврологи, ортопеды и педиатры. Невролог центра Рашид Масигутов рассказал, что в большинстве неврологических заболеваний, таких как ишемия сердца, остеохондрозы, неврозы, успешно применяется физиолечение – магнитотерапия, герудотерапия, лазеротерапия, массаж, а лечение холодом в криосауне является единственным в нашем городе. Одним из основных направлений центра является озонотерапия. Озонотерапия применяется во всех направлениях медицины. Высокая эффективность озона, его достаточно хорошая переносимость и невысокая стоимость метода способствует его широкому применению. Более полную информацию вы сможете получить на официальном сайте www.doktorozon.ru. В преддверии Нового года центр открыл еще одно отделение по адресу переулок Кувыкина, дом 5. Главным плюсом нового отделения является офтальмологический кабинет. В нем проводится диагностика и лечение самых распространенных видов заболеваний глаз. Ранее нефтекамцам приходилось ездить за полным обследованием в другой город. Теперь оснащение офтальмологического кабинета позволяет это сделать без лишних затрат, времени и денег. Кабинет оснащен аппаратурой южнокорейского производства, которая является единственной в нашем городе. Офтальмолог центра Светлана Хайдаршина рассказала о некоторых возможностях уникальной техники. Современный аппарат, который, в общем-то, в нашем городе нигде, ни в каких поликлиниках его нет. И удобно то, что не нужно закапывать глазные капли, определяет сразу степень внутриглазного давления. Это важно. После 40 лет практически все население должно быть обследовано на глаукому. Также в отделении работает процедурный кабинет с приемом анализов широкого спектра. Если вам требуется инъекция, капельное введение, внутривенное, внутримышечное, забор крови из вены, анализы мочи, обращайтесь. Медсестры выполнят все необходимые процедуры. После всех обследований врач назначит нужное лечение и при необходимости может открыть больничный лист. Новый центр ждет вас по адресу переулок Кувыкина, дом 5, с 9 до 20 часов, кроме субботы и воскресенья. А в праздничные дни с 4 по 8 января с 10 до 16 часов.